Все, вот и убирайся отсюда. И забирай эту Ламборгини свою красную. Это больше не твой дом, говорил же тебе. Я ж тебе говорил, мы поехали в магазин с Грифером Про. Да, конечно, Грифер Про себе руку сломал. И там не было трех жетпаков. Там было только два жетпака. Я ж тебе говорил, мы на выходных потом поедем и купим еще жетпаков. А ты взял и украл наши джетпаки. Нет. Ты что издеваешься? Нет. Куча. Так, короче, надо поподробнее все рассказать себе подписчикам. Ай, это капец какой-то. Реально, ну как так можно воровать джетпаки? Прием, друзья, на своих себя. Я запросил мы сегодня супру. И вы представляете, мы ехали в магазин. Мы хотели купить 3 джетпака. Там было 2 джетпака. И я сказала, мы когда приехали, супер был в шоке, то, что у нас было 2 джетпака. Я ему сказала, ну что, там не было последнего джетпака, 3-го. И мы сказали, что мы купим на выходных. Но он сегодня взял и украл джетпаки. А в сундуках их нету. Не, ну как так можно? Супер, ты вообще обалдел. Чем пользоваться супру и не поделились джетпаками? Нет, какой не поделились? Ты украл наши джетпаки. Все, теперь живи себе сам. Мы тебе дали инструменты, и теперь живи себе сам. И, кстати, еще то, что забыл тебе дать. Сейчас. Надо подал спуститься, чтобы тебе это дать. Да, ребята, у нас тут такие двери появились, чтобы супер больше никогда не заходил в наш подвал. Не, ну реально, он просто обалдел. Супер, ты реально офигел. Так, все, ребята, сейчас будем подниматься. У нас тут вообще все идеально, теперь новое. И теперь у нас никто не будет ничего воровать. Все, теперь, супер, ты никогда не будешь с нами жить. Реально. Так, сейчас я супру дам вещи, которые ему надо. Сейчас мы все ему дам. Так, ой, случайно наш дом. Наш дом сломал. И супру никогда больше не воруй вещи. Еще говоришь, что ты ничего не воровал. Ага, конечно, ты именно все и своровал. Ты вообще обалдел. Не понял, супру! А ну выметился и строишь свой дом! Так, смотри, супру! Все, держи! Вот твоя мебель и строй свой дом! Держи всю твою мебель и строй себе свой дом! Пожалуйста! На, держи! Держи! Ну ты там не просился! Я буду... Да! Так, ребята, мы сейчас вернемся через секунду. Я поставил. Все, супру. А теперь строй себе свой дом. Там уже твоя мебель скоро пропадет. И будешь себе жить сам. Я надеюсь, ты свою мебель всю забрал? Нет. Будешь жить сам. Навеки. И не будешь никогда больше не воровать джетпаки. Не, ну реально. Это какая наглость, блин. Он своровал наши джетпаки. С Грифером Про. Ну, я потом с ума и сделаю там сам. Да, давай, быстрее. Ищи там свою ламбу и забирай свои вещи, блин. Вот они у меня. Бери себе вещи, все делай сам. Вот все твои вещи. Держи всю твою мебель. И теперь строй себе все сам. Так, а мне надо спуститься, пойти в подвал. Не, ну реально, ребят, такая наглость. Это ж капец. Так вообще нельзя делать. Он вообще обалдел. Я пошел в Майер, пошел креатив. Нет, креатив нельзя. Можешь. Нет, ты забыл, потому что на нашем серваке нельзя креатив. Так у нас новый Майер, да. Куда дается? Креатив выдают только, когда ты делаешь что-то полезное. Такое правило нашего мира друзей. Слушайте, ребята, я сейчас буду спускаться в подвал. Чтобы разобраться там с одной проблемой. Я мэра прошу. А мэра деревни-то нету сегодня. Он уехал. Так у нас есть замена. Нет, замены у нас никакой никогда не было. Боюсь. Я могу вам позвонить. Так, я не понял.
А где мои алмазы? Что они делают в другом сундуке? Так, ребята, вернусь через... Так, ребята, Супра уже совсем обнаглел. Он меня постоянно убивает. Так, ребята, тихо. Смотрите, сейчас мы будем за ним следить. Только он не имеет права лезть в дом Григора Про. Так. Не заметил. Погнали. Все, ребята, бежим. А нет, не бежим. Так, нажимаем. Все. Я тебя спалил. Ты за мной следишь. Так, ладно, я хочу посмотреть, хоть бы где твой дом. Нет. Видите, ребята, он меня постоянно убивает. Фух, слава богу, я в доме заспаунился. Это капец, ребят. Так, окей. Так, я создатель сервера. Есть, ребята, вот такая вот штучка. Тан-тан. Так, ему точно не повезло. Но эту штучку можно использовать только в экстренных ситуациях. Ну, это экстренная ситуация. Нет! Зачем сюда? Не понимаю, где это Супер? Куда я буду тебя тихонько шепнуть? Окей, ребята. Я так мне выдал админку. Я могу спать. Так, я не понял, я же тебе говорил, нельзя сидеть в доме Грифера Про. Это его дом. Или ты строишь свой дом, или все, тебе не повезло. Че ты молчишь там? Гаденыш, не, ну реально, ребят, он обалдел, что он украл наши джетпаки, теперь я ему там щу за наши джетпаки. Так, а ну рассказывай, где наши джетпаки? Ты сломал дом Гривера Бро! Зачем? А теперь рассказывай, где наши джетпаки? Это не я их украл. Да ну! Чё ты врёшь? Я вчера видел! Рассказывай, где наши джетпаки? Чел! Подожди. Мне кто-то звонит. Алло, ну что, мой план удался? Фейковый Визер Про, как обычно, вас надурил. Теперь вы вообще не поссорились. И теперь попробуйте меня найти, потому что ваши джетпаки у меня. Стоять. Чё? Супер, конечно, извини. Но я вообще не знал. Это опять фейковый Визер Про. Может, они что-то перепутали? Да нет, вообще даже... Всё, погнали. Нет, это фейковый Визер Про. Погнали, короче, надо его найти. А ты мне тут дурил, блин. Ты спрости, я ж не знала, что это был ты. Ай, это ж капец. Что у нас сегодня за истории происходит? Чего я уже не понимаю, как так можно? Он каждый раз нас дурит и дурит. Это вообще невыносимо. Вот что, друзья. Мы уже встретимся с вами потом, когда найдем фейкового Визера Про. Это мы вернемся с вами через секунду. Да ты издеваешься, нафига ты в туалете Шрека? Мы вернемся к вам через секунду. В общем-то, друзья, Супру, я не знаю, куда-то он пропал. Но, ребята, мы сейчас будем искать локацию этого фейкового Визера Про. Потому что я не знаю, куда Супру пропал. Он даже на сообщения мои не отвечает. Это как-то очень странно. Он так никогда не делал. Поэтому давайте, ребят, сейчас... Житель, ты не видел тут бедроковое логово? Нет. Только какой-то странный подозрительный сундук. В смысле? Какой? Да вон там вот. Там, где куча деревьев. Там? Окей, сейчас пойду посмотрю. Блин, житель мне полезную информацию рассказал. Реально какой-то сундук. Чё в сундуке? Ну что, нубас и тарантас, заскамил? В смысле? А что в сундуке? Какие-то бирки желтые.
Это что? Фейковый Vester Pro? Я в шоке. Я даже не знал, что есть фейковый Vester Pro. Я был шокирован. Короче, ребят, я не знаю, как это будет происходить, но история не заканчивается на этом. Фейковый Vester Pro все и хочет нас разозлить и разозлить и рассоединить. Но на этом не конец. Всем удачи. Хорошего настроения. Не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. А, что такое, га?